Приветствую, друзья! Всех наступающим Новым годом, всем здоровья, чтобы все было хорошо. Мы продолжаем с вами проходить «Жизнь после зомби-апокалипсис». Days Gone. Всем приятного просмотра и хорошего вам настроения. Так, у нас там осталось пару сюжетных линий. В принципе, возможно, что либо сегодня, либо на следующей серии за финалем с вами. Ну, попробуем сегодня все сделать. Так, один ты не справишься, понятное дело. Так, у нас все, в принципе, есть. Вот, пока, Дик. Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем и прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говнюк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Это да. Тут слышал новость, то, что Бен Студио работал над проектом даже Days Gone второй части. Ну, добро и гипа не дали. Вот. И а потом ее сформировали и подкинули... помогать на Naughty Dog, короче говоря. Все, ну, инфа вроде как официальная. Жалко, конечно. Сейчас они типа работают над новым проектом. И пока неизвестно, что это будет. Может быть, вообще какая-то другая, но тоже одиночная игра с сюжетом. Конечно, хотелось бы продолжение Days Gone'чика, потому что это шикарный проект, вообще обалденный. Я не знаю, почему не захотел Джим Райан замутить тем. Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди. Подумаешь, спасибо, там оценки. Но... зато нам, геймерам, обычным чувакам, которые любят играть в ваши игры, и покупаем ради этого, нам зашло, по кайфу. Твои слова запали многим людям в душу. Ну, друганы приехали. Так что мы хотим продолжения. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Я знаю, что фильм снимает. Ну, в принципе, вы тоже, ребят, слышали. По дезганчику. Конечно, тут за железного вот Майка! Он для персонажа железный пойдет, Майк! Который играет вот Рикона. Прям вообще железный все Майк! В нем есть. И хотелось бы, если не возьмут его, ну хотя бы Нормана Ридлса, ага. Я бы закинул бы сюда. Прям вообще в тему тоже заходит. Дик. Привет, Алкай. Такер просила передать, что сама лезть в драку не сможет, но хотела бы. Не сомневаюсь. И что, мы бы давно сдохли, если бы не ты. Мы хотим вернуть тебе долг. Хорошо, ладно. Ну что, надерем жопу ополчению? Мы готовы ехать. Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? Да, мы готовы. А вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все, погнали! Слушай, а где комп вот, кстати? Или его банда тоже приехала? Ну там. Это я не понял так. Железного Майка. Это что-то вот это непонятное. Мы тоже же для него много чего делали. Мы не спасли. Он как минимум нам должен.
Правильно? Ну, байк хотя бы. Ну, как бы, ладно, байк это так, формально, типа. Так, типа. Ну, сколько мы до него сделали? Вон Такер нам помогла. Ее бригада приехала прям. Все, Бухарь, надо прыгать! Слышь, Бухарь, сваливаем! У нас всего один шанс, братан! Какого хрена, Бухарь? Давай, у тебя жена. Ты не прыгнул. Смотри, у меня кровь. Иди, пожалуйста. Ты должен был прыгнуть. Бухарь. Как же так, Бухарь? Как же так? Я убью вас. Всех до последнего! Так, Бэй, что там у него есть? Так. Йоу. Ох ты, блин. Я понял. Фига, сколько надо патронов. Ясно. Сара, Сара. Надо найти Сару. А я здесь, а. Огонь на поражение! Держись, Сара! Я уже рядом! Сбоку! Сбоку заходи, сбоку! О, черт! Меня не остановишь! Ну давай, сучара! Не высовывайся! Неужели? Неужели? Так, чем бы тебя покормить бы, братан? Эх ты, мудила, блин. Не так. О, погоди. Вали, урода! Вали, урода! Хорош. По ногам. Мы же знаем, куда бить-то. Ты же бронированный, правильно? Братулька, я к тебе иду. Обойти хочет. Вот это его дело. Ковчег. Мне нужно в ковчег. Да чтоб тебе.
Ни хрена. Завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Живо! Нормально, так жахнуло. Шиза! Говнюк Шиза! Так, погоди, мне тут как-то... Я иду, Шиза! А значит, по-хорошему вы не хотите! Вершина. Я должен попасть на вершину. Так, сейчас попадем, не унусь. Надо как-то мимо пробраться. Ух ты, блин. Время гореть! Молодец. Неплохо. Так, чеканку надо достать. Фугасик. Жалко, блин, на байке нельзя прокатиться. Или там, не знаю, взять какой-нибудь тягачок, какой-нибудь грузовичок. Снайпер. Наверное, там, на вышке. Воу. Да. Надо его убрать. Надо его убрать. Нет, вряд ли получится. Так, ничего, да? Нельзя. Ты, блин, фига себе. Вау. Вот это да. Это что-то новенькое. Надо было, наверное, взорвать их. Так, хорошо, хоть здесь я, в принципе. Снайпер. Наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. Давай, давай, давай. Мне надо их обойти. Да зачем обходить, кстати? Че? Че бы на правом прям фигачить? Воу-воу-воу-воу-воу. Вперед! Пикасси, это... Меня добегаешься. Ну, там наверху, походу. Давай. Понятно.
огонь на поражение! Фига себе. А, ну снайпер-то живой. Ладно, браток. Сейчас. Нас поджидает! Убить его! Неужели? Ты труп! Ага. Кто еще, а? Ага. Давай быстрее. Сейчас завалит. Уже почти. Давай, давай! Вперед! Боец убит! Боец убит! Боец убит! Боец убит! Ну побегай, побегай! Ну побегай, побегай! Блюдок. Где-то там что-то стреляет, да? Угу. Хорош, в воздухе так полетал. Так, погнали. Так вот, надо было пригинаться еще ниже, дружбаночек. Рикки, ты меня слышишь? Дик, мы их разбили. Добрался. Наконец-то. Держись, Сара. Снайперы, черт! Так, что-то у меня еще есть, да? Что-то какая-то херня. А, ну все, сейчас сгоришь. Огнеметом его. Угу. Вот это другое дело. Теперь можно просто. Ага.
Хорош. Заперто. Да как это заперто, блин? Дикон, ну, можешь открыть, кстати говоря. Ты чё? Заперто, блин. Не должно быть заперто. Так, у тебя там что-то есть. Лом. Так, блин. Давай скорее уже. Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Угу. Так, ну это надо сейчас... Капитан Саркози, разрешите доложить, мы... Сколько зарядов установили? Капитан, мы не успели заложить все. Можно что-нибудь смастерить? Я тебя спрашиваю, сколько? Три, сэр. Ладно, ладно. Я спущусь вниз, заберу у Уивера детонатор. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не прошел. Ого, Библия полковник. Да, сэр, полковник. Я понял, сэр. Никого не пускать. И не вызывайте меня по этому каналу. Может, его прослушивают. Шиза. Ах ты, скотина. Ах ты, скотина, Шизик. Три заряда. Надо их найти. Ну вот один есть заряд. Вот заряд. Надо обезвредить. Есть. Так, черт. А где остальные? Я иду, Шиза. Жди меня. А, у нас... А, не хватает, да? Так, ну давай поставим. Это еще кто? Не знаю. А зачем ты стреляешь в своих? Ты что, дурачок? Ну, побегай, побегай! Укрытие! Бегом в укрытие! Там кто-то был. Да? Даже их очень не вижу, не вижу. Движение какое-то. Движение какое-то. Мне не нравится такое движение. То, что надо. Вот, братан, такое движение, понимаешь? Не понимает. Это еще кто? Потери! Нес потери, потери. Что? Так, один. Относительно надо все. Найти последний. Что это было? Я рядом, Шиза. Я уже рядом. Видишь? Видишь, что было? Фугасик. О, фугасик, хорошо. Так, что у нас здесь? Коктейльчик можно собрать. Здесь нельзя, ничего, ничего. Так, ну ладно, у нас, в принципе, нормально все. Движение какое-то. Нельзя же стрелять, ты чё, там же этот. Ты
ты сам напросился, братан. Я был ни при чем. Вот он. Аккуратненько. Есть. Все. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шиза. Не сегодня. Где ты спрятался? А? Куда стреляет, вообще непонятно. Поджидай! Убейте его! Ты остановишься! Огонь! 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 Ты от меня все равно не уйдешь. Ни хрена там. Так, давай, на шаг сделаем. Как? Черт, патронов мало. Да чтоб тебя. Охренеть вообще. Лейтенант, где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где! Уивер, где этот чертов детонатор? Отдай его мне! Че ты о чем вообще? Шиза, лучше отпусти не его. Не заставляй тебя убивать! Да! О, ты ж, бля! На смысле убил? Я его не убивал, я Шиза. Отдай его мне! Спасти его. Что ты о чем вообще? Не заставлять! Что тебя, я не пойму. Ах ты ж, бля! Что за фигня-то? То в него прям вот стреляешь и ни хрена. Уивер, где Шиза, этот чертов детонатор? Лучше отпусти. Отдай его мне. Да, скотина! Ну! Черт! Прям в упор просто, блин. Там Дик мог прыгать бы, а. Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Бегом! Укрытие! Какой же ты упертый сукин сын, Санчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу, но Майк бы с тобой не согласился, верно? Убили. У нас потери. Просто, потери. Знал, я не хотел их убивать, правда. Я правда не хотел, Дик.
Да, огонь! Не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Вау. Фига себе, это что это было-то вообще? Гранат, что ли, мне кинули? Интересно, интересно. Ага. Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый сукин сын, Санчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал. Правда, не хотел, Дик. Но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Беги, я прикрою. Ты, наверное, сгораешь от злости. Да, лови! Аж сюда приехал за мной. Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? О, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Коури тебя освободил. Полковнику это очень не понравилось. Очень. Расколол ее как яйцо. Как яйцо, мать его! Теперь только этот остался. Так. На. Шиза! Все! Хватит бегать! Так, отлично. Ну, вроде все. Блин. Козел! Я ж тебя голыми руками удавлю! Ты понял? Ё-моё.
Ну да, если вот такие мод, то не знаю. Ах, козёл! Я ж тебя голыми руками удавлю! Ты понял? Нет! Нет! Да блин, а чё вот, почему не дают? О, так-то дело. Да хрен тебе. Хорош. Ты знаешь что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя водище. Ну, типа, фрикам на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Правильно сделал. Там, за стенами ковчега! Но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Угу. Вы слышите? Это убежище нам уготовили. Блин, а почему быстрее нельзя идти? Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности. Совсем уже крыша поехала. Дик, быстрее. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто, может, месяц назад, ощутил нечто, чего не ощущал уже давно, и я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Сядь. Отпустите их. Все кончено, ополчения больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Но теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. Если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Вставай.
Так. И все, полковник станет фриконом. Мертвые же не умирают. Если вирус, правильно? Как ходячих мертвецов. Помогите! У меня кровь! Помогите! А где Бухарь? Воды. Дайте воды. Погиб. Воды! Меня кто-нибудь слышит? Сходи, принеси воды, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Помогите! Прошу вас! Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Рики! Эдди! Вы меня слышите? Я помогу. Я врач. Я ранен. Пожалуйста. Все кончено. Вот. Те, кто не был убит или задет воды. Взрывом, попросту сдались. Кто-нибудь принесите воды. Где Бухарь? Быстрее! Рики, мне нужна помощь. Северные ворота. Южные пожалуйста. Ворота. Бегом. Воды. Рики! Я не вижу. Нога! Не вижу. Иду. Помогите мне. Прошу вас. Воды. Я ранен. Воды. Помогите, ну, прошу. Меня кто-нибудь слышит? Нет. Чем тебе тут помочь? Эй! Живой ты наш Бухарь. Вон. Мокрый весь, грязный. Бухарь. Извини, опоздал. Нет. Ага. Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю же, моста. Я видел да. машину. Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. Вон, покатался. Что? Ты что, решил, что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Рики, Эдди, кто из вас меня отсюда везет? Закончили? Мы тебе обязаны. Да. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херни. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Неплохо для нам. Не, вверх нормально, челик отличный. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня ещё здесь дела? Задаем жару. Задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Но говорила я, полезно зажечь свечку. Да. Это не хреновая вышла свечка. Да? Да. Да, точно.
Я с нетерпением жду твою речь. Хватит. Ну какая там еще речь? Ага. Мэм. Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. Твой выход. Черт, твою же. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что, а так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков. А потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой, чтобы мир стал лучше. И вот поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. Говорил, будет не речь. Да, облажался. А, ну, как получилось? Ты знаешь, неплохо для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. Музончик обалденный. Lord only knows.
Так, наконец-то, смотрите, ребят, с вами прошли финальную сюжетную линию. 100%. Опа. Что-то у нас там открылось, да? Сесар. Мальчик. Закон и беспорядок. Мэр. Как следует. Все, что есть. Так, понятное дело. А игра «Жизнь после» пройдена. Поздравляем, вы прошли сюжетную кампанию «Жизнь после». Дикон разгромил ополчение и нашел Сару. Но это далеко не конец. На разбитой дороге осталось еще много всего интересного. Прокачайте байк по полной программе. Осмотрите оставшиеся блокпосты Нера. Завершите все сюжетные линии. Соберите полный комплект коллекционных предметов. Спасибо за игру. Команда разработчиков «Жизнь после». Спасибо, ребята. Так. Ну, тут вроде как все. В принципе, найти кольца. Так, что у нас здесь? Дик, давно не виделись. Блэр. Отлично выглядишь. Или не здесь, где-то у кого-то что-то я тоже видел. О, хороший выбор. Ладно. Отлично. Ага, ладно. Ага. О, хороший выбор. Ладно. Ладно. Так. Так-то лучше. Вот так. Так, ну тут вроде у нас все. Ну да. Ладно. Заходи почаще. А, Дикон Сент-Джон. А, извини, чувак. Как оно, Джо? Джо, брат. Так, куда нам вообще ехать-то надо? Где мои кольца? Надо рядом с байком быть. Сейчас выполню вот это задание. Так, и что у нас теперь получается? Можем перекинуться? А почему? Странно вообще сейчас. Бред. Первый фрик. Я была на работе. Я сделаю. Эй, Дик, это Уивер. Нам бы тут помощь не помешала. О, Уивер, рад тебя слышать. Постараюсь заехать, если будет время. Еще доступно какое-то задание. Уивер. Блин, да почему? Не могу понять. Что за бред? А, может здесь, поэтому здесь переход. Так, а если мы сделаем по-другому? Да, туда перейдем. Не ехать. Слушай, парень-то добрался? Да, Дик. Он немного не в себе. Ого, этот теперь. Ну, хорошо. Бухарь сказал, он даже вызвался дежурить. Какого хрена? Бухарь сказал, он даже вызвался дежурить на болотах. Веришь? Верю. Слушай. Здорово, ребят. Мне вот интересно, он тебя зовет, мэм? Да, ты откуда знаешь? Просто угадал. Пока, Рики. Так, погоди. Ну-ка попробуем. Можем? Нет. Короче, надо проехать полностью туда вот. Зачистить там зону, тогда да. Тогда получится. Дик, я слышал, ты встретил каннибалов.
Да, Бухарь. Они как раз собирались съесть Джереми Гиллонса. Что сказать? Цыпленок и правда молодой. Это точно. Спасибо, что вернул его живым. Нет проблем, Бухарь. До скорого. Отбой. По-моему, эти. Ладно, остальные сожгу потом, когда вернусь. Да, сожгем их все потом. Так, а теперь попробуем. Да ты гонишь его. Что за бред? Ладно, плюс ехать. Прям в башку, да? Дико, ну ты прям вообще зверь. Ты не туда промахнулся, по ходу дела. Да, чтоб тебе. А, лучок. Так, и что получается? Сможем теперь мы перекинуться? Да чтоб тебя... Придется ехать, да. Да, точно. Я ведь не все гнезда в этом месте вырву. Потом вернусь и сожгу оставшиеся. Так, теперь как бы нам вниз спуститься можно? Дорога, 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 дай. Фига, далековато ехать, конечно, тащиться. Один чувак. Можно было уже нормально уже гнать. Блин, самый верх тащится херь. Ну, хорошо, хоть не пешком идти. Было бы вообще капец. Давай ты уже, ё-моё. Вот они. Есть.
любимая. Да, отлично, отлично. Так, где там Бэйк? О, я прям где его оставил, да? Так, а что там он нас хочет? Уверши или что-то? Сюда можно, кстати, нагонять. Давай посмотрим, что Уивер хочет. Вер, что хотел? Спасибо, что откликнулся. Что тебе нужно, Уивер? Брат, одного из наших взяли в заложники. Девушку, Мелинду Фостер. В общем, она патрулировала нашу восточную границу вдоль 97-й трассы. Попала в засаду, двое сумели вернуться, а саму Фостер забрали. Мелинда Фостер... Она была сержантом, да? Да, да, была. Но на всю эту хрень с чинами она забила, как и мы. Я отметил на карте место, где ее видели в последний раз. Верни ее, Дик. Черт, я постараюсь. Вернем, не волнуйся, Вер. Все, вернем, без проблем вообще. Погнали. Так, погоди, погоди. О. Доступно там новое это. Дик! Черт! Полковник был тот еще жук, да? Ну, вот уж по кому доступно. Скучать не буду. Так ты теперь сам по себе? Не скучаешь по армейской жизни? Еще чего. Ненавидел всю эту лабуду ополченскую. Моя трехразовая жрачка и постель — это хорошо, но теперь я оставляю себе часть деньжат от продаж. Еще бы. Ты уж не обдирай их совсем. До встречи, Дик! Так, погоди. О. Наверное, да? Не. Лучше давай доедем, там быстрее будет. Там слишком большой круг делать будет, надо будет. Хорошо, недалеко. Сейчас будут всякие маленькие пару заданий поручать. Потом тут просто есть еще одна секретная, скажем так, концовка, вот, которую типа делают, скажем так, сиквел ко второму изгнанщику. Прям резкая такая тема. Неожиданная. Здорово, пацаны! Уивер, в лагере пусто. Она должна быть там. Да, я поищу. Так, сейчас, погоди, давай-ка. Заправим все это дело у нас там. То, что надо.
Порядок. Порядок. Это что, байк ополчения? Похоже на то. Это наверняка ее. Так. Ага. Я на месте. Вроде как. И куда же все делись? Пригодится. Не сейчас! Так, к нему! Вперед! Прикрывай! Выходи, ублюдок! Чего ты тихо? Он прячется! За ним! Сейчас! Обходи Прикрой его! Прикрой его! Упал! Ага, прикончи его! Упал! Ты упал! Гори! Мини молот! Что там? Фига тут ловушку мне решили подсыночку, да, сделать. Сейчас, погоди, брат. Это все? Видимо, всё? Да. Или еще. Трудовые будни. Смотри у меня, блин. Ага. Чего ты прям сказал? Бьет он там. Ну что, сержант, как у вас тут дела? Боже мой, спасибо. Дела отлично. Лучше некуда. Вас подвезти обратно? Вы видели снаружи байк? Или эти скоты его разобрали? Нет, нет, он еще там. Тогда я сама. Сент-Джон, верно? Спасибо. Я доберусь обратно. Лом везде пойдет. Угу. Ух, как хорошо, да? Припасов прямо сейчас наберем. Так, стоп. А, показалось, ладно. Ну все, выполнили. Вот эту зону зачистить. Так, давай-ка туда пока сходим. Посмотрим, что там. Полностью байк прокачали или нет?
Это Намат, Сент-Джон. Пустите его. Эй, Дик, как поживаешь? Нормально. Да чтоб тебе. Так что, ополчения больше нет, да? Что думаешь? А я по нему даже скучаю. Я же был сержантом, знаешь. Ну, привилегии кое-какие, все такое. Ну, чего ж там, жизнь продолжается. Это точно. Ну, смотрю, ты сам быстро красную повязку потерял. Но я тебя ни в чем не виню, если подумать о том, что произошло. Блин, не хватает, да? Так, ну, вроде все, все. Да, все здесь. Ладно, значит, топлю. Ну, ладно, я займусь, да? Да, 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 да. Пока, Дик. О, Дик. Ну, Дик, как же ты без «да, сэр» и «нет, сэр», а? Нормально. Скучать будешь, а? Ну, как бы, вряд ли. Да и я тоже, если честно. Эй, да похер вообще. Ты еще поболтаешь? Привет, да? Как поживаешь? Как жизнь, Лукас? Так, кто мне за главного-то вообще? Давай прокатимся. Ага. Не дополнительная работа, понятно. Место Коури. Иду к воротам. Так, давайте-то на этом моменте мы закончим. В принципе, главное, что зафиналили сюжетную линию. Можно на этом, в принципе, завершать. Спасибо, ребятам, за просмотр, за лайки, за вашу поддержку. Очень приятно от души. Спасибо вам всем за внимание. Всех с наступающим. Пока-пока.